там? Сорян, там. Сорян, братан. Может, его в плен взяли и не дают стримить? Не, ребят, сорян. Алло, Бейнти Хантер. Да у меня не работает этот чат Твича. Почему-то. Вот, очень. Ну, его сейчас сегодня на экране-то нету, поэтому это не такая уж большая трагедия. Но он вообще-то сломался. Это очень плохо. Хадукин в хату, ребята. Хадукин в хату всем. Твичат умер? Да, что-то не понял, почему. Как-то так странно там. Просто борода какая-то. Так, ладно. Скоро санкции ведем, за задержку будет года и вовсе не одна будет он качать бицуху, а по стриму также глухо. Очень толково. Какой ты долгий, простите, ребят. Простите, тут трагедия случилась. Так. No updates. Так, игра. Игра wanna be the boss. God damn camping noobs. Так, это. Так, мне надо escape. Так, короче, delete. Screen size. Вот, это нормальная тема. У нас просто. Тебя на фоне игры не слышно. Это сейчас мы исправим. Игра вечно устраивает Кузиморду. Пошел Zampins Shooting South, Death Sons, да, Blood Intensity, хорошо, Death Hunter он. Все как полагается. Тебя на фоне игры не слышно, здесь хорошо, почти первый босс. Опачки, боль продолжается, да. Так. Значит, здесь разобрались. God damn Kevin Noobs. Так, все вроде работает, да? God damn Kevin Noobs. Ну все, тогда погнали. Значит, ребята, мы остановились на том, что мы щипаем за сосочек. В клавиатуре что-то уже застряло. Подождите, я буду трясти. Говнила там нету. Ладно, не сегодня, да. Так. Restart game. Вот он, Easy Mode Test, 3737 смертей, босс Рю. Короче, значит, вспоминаем, как тут прыгать, мышка нас пытается убить. Нас не очень громко, нет? Значит, если вкратце, я все понял, я все понял, и решил, что надо играть со стратегией по-другому. Понятно, как смотреть стрим без пауков из Джашукинов. Да, ужасно. Максон у нас просто, ну, реально. Так, по стрелушке. Значит, буду стараться все-таки убивать его. О, кстати, там вот что-то розовое. А, это вы не видите. Буду стараться его убивать. В этой фазе. В этой фазе, в которой, собственно, и надо его убивать. Ну, то есть, типа на машинках. То есть не буду пытаться его задамажить раньше. Это, конечно, здорово. Это, конечно, здорово. Но, судя по всему, у меня не получается. Вот, и я подумал, что не надо так. Старайся его убивать. Я уже даже забыл, как запрыгивать. О, боже. Руки как сосисочки. Боже мой, что за фигня? Вы чувствуете? Все очень плохо, да, реально. Так, это мы не вспомнили пока.
Музыку включи в игре. А она уже вроде есть. Skip. Музыка есть. Вот на 60 я сделаю. Чувствую, сегодня Рю еще не будет побежден. Да не, сейчас все будет. Ой, я не то жму. Так, сейчас мне надо нажать сюда-сюда и стрелять. Сюда-сюда и вот так вот. Да, я совсем забыл, как играть. Значит, S пропускать. Господи. Господи, боже мой. Господи, боже мой. Вообще, как бы я смотрел такую замечательную штуку, как... Я смотрел замечательную такую штуку, что чуваки, которые Боши играют, они, они говорят, что Боши вообще играют на 50 FPS, а не 60. Я, боже, я вообще не помню, что делать. Я даже не успел до... Да, прыгай прямо в Хадукин. Об этом еще на прошлом стриме говорили. Да. Ну, давайте пока на 60 FPS, если он много будет раз убивать. Он меня, конечно, и так уже много раз убил. Да, я даже перепрыгнуть эту срань не смог. Так, ладно, давайте... Давайте немного... О, я, кстати, много нанес. Так, что-то в прошлый раз больше народ смотрело. Так, началось, просто я тут стартанул совсем плохо. Подожди, стой, я только начал вообще-то. Я опоздал сегодня на очень много. На 20 минут примерно. Господи, боже мой, Саша, прекрати. Так. Рано прыгнул. Рано прыгнул. 25 минут. Где Хадукин, смайлик? Пока... Не пройдет же Рю. Почему не пройдет? Ну да, я как бы чувствую, что я задеревенел. Я реально деревянный. Так, Саша, убивай врагов. Так, надо тренировать этот двойной прыжок. Я реально чувствую тебя, я не запрыгиваю на эту штуку. Так, как высоко прыгать? Раз, раз. И зачем я прыгнул здесь? Зачем я здесь прыгнул? Я не знаю. Сначала вот запрыгни, потом призывай Хадукин. Не-не-не, здесь фишка в том, что надо на него надамажить. Здесь можно на него надамажить, а потом еще и успеть запрыгнуть. Ставлю 2 гривны на то, что хаба не пройдет еще 10 минут. Это факт. У меня вообще ничего не получается. У меня резетнулась голова, и я не могу надамажить Рю как следует. Я не могу запрыгнуть на... Вообще жесть. Так. О, боже. У GDF5 у кого не запустился стрим? Подождите, а что за фигня? У кого-то на Твиче не запустился стрим? Го 50 FPS, это спидранеры говорят. Ладно, давайте опустим до 50, реально. Говорят, что... Блин, это ДГФ на 50. Игра теперь замедлилась такая, да я все равно буду не проходить.
У меня теперь все еще работает. Я теперь... Так. О, здесь я думал. Здесь я теперь по времени не чувствую вообще ничего. Ненавижу филлеры. Что такое филлеры? Что-то. О чем вы? Ой, блин. Короче, я очень дерьмов. Как же запрыгнуть на эту хрень? Дорога, пена, у меня сегодня все одни ходят дощипнуться сучку до себе в этом году. Я не могу запрыгнуть на камень! Стой! Стой, это фигня, да подожди ты. Прекрати! Пригорел, проиграл. Так, ладно. Так, раз-два, 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 раз-два. О, это вот хорошо, я хотя бы запрыгнул. Ну-ка, не раскисать жопку в горсть. Все, сейчас сделаю. Так, здесь почти. Ты слишком хорош. Дольше прыжок держи, выше прыгать будешь. Так, здесь я теперь не чувствую расстояния, я теперь прыгаю на меньшие дистанции, из-за этого у меня... Так, здесь я быстро отжал. Чё-то ты совсем слабенький, в такой легкой игре тупишь. Да... Да я... Я не умею в платформеры совершенно, они как бы подразумевают... Здесь я даже в голубенькое встать не смог. Так, ладно, давайте немножко вспомним. Хотя, ладно, нет времени вспоминать. А здесь я слишком рано прыгнул. Значит... Да нет, все. И в игре всего 6 кнопок, а ты не можешь ее пройти. Да, есть такое. Так, здесь не такой. Господи, я реально не справляюсь с простыми задачами. Черт! Сначала запрыгивай на платформу, а потом начинай бой. Не-не-не-не-не, это фигня все полная. Так я теряю ценнейший дипс, ребята, теряю. Вот здесь рано прыгнул. Или... Хадукин, удачи! Спасибо большое, Кирилл Дружина. Ой, это плохая штука. Блин, да что ж такое-то? Почти перепрыгнул. Аутаркин. Да, вот врубай стрим, показывай, как ты играешь в эту игру, жопошник. Хотя, скорее всего, рядовой игрок играет резко лучше меня. Да что ж такое-то? Запрыгни, Саша. Хапа ущиплю за суточку 8 часов без остановки, без регистрации и смс, да.
Да, есть такое. Давайте. Я смогу победить сегодня Рю. Я даже жму не на те кнопки, у меня просто нету мышечной памяти. Просто нету мышечной памяти, она у меня не создается. Я пытаюсь играть на реакции на какой-то непонятный. Так, значит, здесь надо двигаться, потом прыгать с ним в унисон и дамажить его. Так, здесь стреляем. С. Хороший запрыг. Второй хороший запрыг не получился. Ты сегодня должен Марио пройти, а не Рю. Я пройду все. Все пройду, братан. Сейчас дай разыграться. Дай разыграться. Здесь я слишком в стену убился. Оптимист дофига? Где картишки? О. Так, все, сейчас все будет. Сейчас я привыкну к новой скорости. Сейчас я привыкну ко всему. Здесь вообще тяжело было пропрыгать, там вообще все. Бесит, что на Рю надо пропугать, пробегать пустой экран. Я когда на Рю был, люто бугуртил от этого. Здесь я не успеваю, кстати. Пам-пам-пам-пара-па-па. Да, пустой экран создает атмосферу. Создает атмосферу. Тебе нужен скилл, который наносит урон равный твоему ДПС-каунтеру. ДС-каунтеру, да, очень было бы, кстати. Я не могу перепрыгнуть шарик. Так, здесь надо бы хотя бы увернуться. Где звуки шурикенов, где вообще половина всех нужных звуков? Так мы еще до них не дошли просто. Самый легкий после Зевса. Рю самый легкий? Кошечка же куда легче. Так, здесь я просто рано прыгаю. Блин, рано прыгаю. Я теперь реально не чувствую вот этого минорного времени. В прошлый раз у тебя 60 стоял. Вот сейчас сделали. Ребята посоветовали, сказали, что так правильнее. Учитывая, что я затупил на них. О, шурикен. А, хорошо, хорошо, мы прыгнули в его сторону. Надо прыгать от него. Немножко надо прыгать. Надо прыгать от него и начать дамажить. Господи, под шарик подставился. Ты не понял, на фаде дофига еще нужных звуков, аудио кью, так сказать. Их нет. Сделай пульки побольше. Speech Volume. Ну давай, ладно. Speech Volume — это оно? Ага, хорошо, сделали. По-по-по-по-по. Чё, как жизнь, часто умираешь? Да. Так, давай. Вот тут надо как-то перепрыгнуть, и теперь сразу надо прыгать. Братан, чё за игра?
Ты справишься, ты знаешь, как она называется. Вот, блинский. В голубенькую штуку. Так, сейчас надо поставить здесь вот так вот. Пум-пум-пум-пурум-пум. Теперь я вижу всю игру. Теперь я вижу течение времени. Сейчас игра просто повинуется. Сейчас я надаю ей по жопе. Да, сейчас я под голубой шарик, в голубой шарик лицом вобьюсь. Что это было за им? Так. Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-парам. Здесь надо вот тут. Вот здесь я рано прыгнул. Здесь надо, наверное, на его фразе начинать прыгать. Так, здесь плохо. А через экран сохранится нельзя, чтобы не пробегать так много? Нет, к сожалению, здесь такая так построена игра, что... А, у меня мой медведь такой... Удачи в прохождении равно. Тем временем от Ностро 90 залетел 90 ботов. Спасибо, Ностро, Тимур Фист. Я тебя чуть попозже отмечу. Если ты за его скоростью, что будет на Сонике? Я не знаю, что будет на Сонике, я не знаю, кто такой Соник. Я здесь, видишь, совершаю очень глупые ошибки. Вот, например, я думаю, что голубой шарик пролетит мимо меня, а на самом деле он влетает в меня. Очень фигово, то есть как бы вообще обобранс какой-то. Так. Так. Я вот думаю, может быть монитор поближе поставить. Знаете, как кейсеры играют? Мне бы не помешало сейчас чуть более... Вот видите, я ударился головой в голубой шарик. Чего я в него ударился? Я что, вертикальные линии построить не могу? Могу, но почему я не шарю, как это делать? Подождите, а Рю это какой босс считается? Кейсеры под спидами играют. Нет, у кейсеров на самом деле... Совершенно другие задачи перед ними стоят. Я во многом такие. Ага, здесь надо на месте прыгать. На месте прыгать, и все будет хорошо. На месте вот так вот стоишь, как бы. Вот так вот примерно прыгаешь. И будет хорошо. Да. Сосочки еще не болят? Капа. Болят, болят, Рю. Я до тебя доберусь, говнюк. Рю, тебе конец. Тебе просто пока что везет. Да второе за 11? В смысле из 11? Я думал, это конец игры. В смысле из 11? Подождите, какого черта, сволочи? Это один из простейших.
Вы гоните. Это просто обосрался. Так, ну, почти. Еще очень долго. В конце они будут все вместе, так сказать, каждого по чуть-чуть. Вот это да. Я, кстати, думаю, что это... А разве Марио это не тот, который загадки загадывает? Может, тебя там запрыгать стоит, а не стоять на земле? Не-не-не, мне надо пострелять. Пострелять. Я стартую замес. Или ты про что говоришь? Или ты про что говоришь? Ты имеешь в виду, что... когда на этом, на фазе с лучами... На фазе с лучами, там... Если ты встанешь на большой камень, то это тебе ничего не даст. Ой, здесь вместо того, чтобы прыгнуть, нажал стрельбу. Я мог про момент с двумя потоками шариков. Давай, 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 Санёк, давай. Та-та-та-та-та-та-та. Вот здесь что за фигня? Вот под вертикальные шарики. Давай, Саша, уворачивайся. Покажи, как играют вообще настоящие про-госу. Господи, как же я дерьмо в платформеры. Я реально, у меня нету координации, я не могу. Пальчики как сосисочки. Давай, Саша, покажи, как мышечная память растет прямо сразу. Тебя, Оля, что, зря сегодня бабами кормила? Чтобы ты играл как царь. Ну я, кстати, две уже перепрыгнул. Я уже две перепрыгнул, ребята. Чтобы росла мышечная память, нужны мышцы. Концентрация. Я в конце решил не отходить в сторону, когда услышал Сюрикен. И такой думаю, да, все в порядке. Я начинаю получать удовольствие от этого изнасилования. Да блинский, обшарик-то не бейся головой. Сложность самая легкая, ребята. Но при этом, как правильно сказал Максон, здесь такая игра, что сначала ты проходишь все на изича, а потом ты переходишь на другие. Эта игра даже на изи совершенно не прощает. Послушайте меня, вот видите, я тут. Блин, мне бы какую-нибудь, может быть, модельку другую, а то этот педобирчик. Какой-то мне, я не отражаю его. Хотя на самом деле явно, что плохому танцору мешают яйца. Я просто действительно дерьмово все делаю. Hadouken! Hadouken! Hadouken!
Ну здесь я, кстати, на таком сближении я быстро его очень задамажу. То есть мне как бы просто пережить эту волну, и все будет хорошо. Возьми более яркого перса. Прикинь, какие накачанные пальцы будут. Волны удобно проходить, прыгая в упор к нему просто вверх. Че, серьезно, Митмикс? Давай попробуем. Випер Зипи, я старался так сделать в прошлый раз. К сожалению, я отдал на этом где-то 1000 троев. Вот. Ой, что-то я подошел раньше. Ты можешь одинаково каждый раз прыжок нажимать? Просто прыгай по чуть-чуть. Ой. Я, знаете, что делаю? Я как бы... Здесь, на самом деле, надо к некоторой ротации прийти, чтобы у тебя получались... Только заранее подходи к нему перед волнами. Это я понимаю. Не, мы с этой стратегией мы пытались в прошлый раз пройти. У меня нифига не вышло. Поэтому сейчас я играю чуть-чуть более по-другому, потому что та стратегия точно не дала мне результатов, ибо я хренов в ее исполнении. Ну, то есть, как бы я понимаю, о чем вы говорите. Типа, задамаж по максимуму, потом прыгай, дамаж. Маленько прыгнул. Это что, изич, что ли? Изич, конечно, братан. Только здесь изич, это кошмар. Щимпусаточек. Так. Еще и вот в глазах все. Еще. Почти. Ребята, осталось, чтобы вы понимали. Осталось вот столько. Я бы, кстати, если сейчас подошел к нему поближе. То было бы здорово. Будут еще стримы по этой игрулке? Скорее всего, да. Ну, если я не прошел ни хрена. А людям нравится смотреть за моей болью. 3830, а что вы думали? Если бы стоял в упор, то выиграл. Да. Если бы ДКБ, друзья, если бы ДКБ. Здесь фигня какая-то. Стой на месте, очевидно же. XCOM 2 еще запланирован. А на него очень слабо собирают. А, нет, подожди, его на него вообще не собирают. Потому что человек, который последний поддержал XCOM, перенес денежку на стрим с кукушки. На кукушку стрим. Кпа-па-па-па-па. Соль Юкен!
Почти. Не то. Не то жму. Не то жму. Блинский, что же эти вертикальные... Вертикальные эти шары — моя особая проблема, потому что я, как оказалось, не очень хорошо пространственным мышлением обладаю. Блин, я будильник задел. Дорогие друзья, отмечу тот факт, что сейчас в группе кританул репост. Это репост, посвященный магнитосиком, конечно же, на холодильничек. Чтобы показать папе, что вашу колбасу охраняет Рагнарос. Вот здесь была какая-то ловушка, хрюшка. Это на клаве или на паде? На клаве. Клава это не... Ой, пад это вообще не моё. Так, не повезло. Ой. А вы еще с кукуни будете Катава проходить? Нет. Кукуни очень не нравится Катава. Это черта всех нацимодеров. Они все ненавидят Катаву. Хорошо. Да и зрители ненавидят Катаву. Его можно убить до лучей, главное... Да, я знаю, ребят, что его можно убить до лучей. Мы в прошлый раз пытались так проходить. Мы отказались от этой стратегии. Ввиду того, что я за много троёв не смог ее реализовать. Это очень грустно. О, видите, опять вертикальные шары. Думаю, много зрителей вздернули на Катаве. Но не у всех же зрителей. Ой. Вот видите, так шарик летел плохо, что пришлось перепрыгивать. Лучи можно пропрыгивать почти легко. Это факт. О. Зараза! Далее какая жопа? Кстати, АР считается за смерть? Нет, не считается. Если ты решил переживать волну, можешь не париться начать с попадания у него до старта, Кек. Нет, ты чего? Это решает. Это мелочь, и это мелочь, которую как бы надо... Надо делать. Я как бы, знаешь, и так... Понимаешь, у меня и так идеального ДПСа нет. Я дамажу, наверное, на 50, несмотря на то, что здесь отправил, наверное... А, кстати, у меня же на Рю уже больше 1000 траев. Зараза, чуть-чуть не хватило. Здесь, кстати, был шанс хороший. Почти хорошо. С антибечки, может, надо? Почему?
зрению все хорошо. Блин, как плохо летели бубльки. Сюрюкин кек, привет, пирог. Здорово. Здорово, ребят. Оп. Гу на 1 FPS сыграть. Я бы рад. Но тут нету 1 FPS. 50 это минимум. А чего ты так высоко летел? Обрежь вебку сверху. Нет. Так, сближаемся. Блин, да почему же я не могу нормально? Надо отбежать, посмотреть сюда и вот так вот пропрыгать. Убежать, посмотреть и вот так вот пропрыгать. Убежать, посмотреть и вот так вот пропрыгать. Много отказывается позади него, когда он кидает две волны Джашикина. Да. Да. Блин. Блин, надо Джашукина здесь нарисовать. Ой, это плохая, плохая хрень. Пара-па-па-пам. Зараза! Зараза на булечке сверху! На булечке сверху! Надо... Я очень мало нанес, очень мало нанес. Очень мало нанес, но как бы стратегию выполнил. О, это плохо. Видали, но... Это был хороший трай. Он говорит... Максимум... Максон Симпл Кек, он говорит. Плохо. Вертикальные булечки, вертикальные булечки моя штука больная. Максон Симпл Кек. Да, я теперь не буду видеть этот мир иным. Подожди, Сорюкен, он на со показывает место, где он выпрыгнет. Значит, надо быть к месту, где он со, где ты был на со, подойти к нему и вот так вот пропрыгать. Сорюкен, ке. На ке выпрыгивает, значит, на ке ты тоже прыгаешь.
Хорошо. Стратегии со стратегией определились. Максон Симпл Кек, боже, я не могу. Мне говорит, он Максимус Симпл Кек. Максон. Рано пострелял. Здесь рано пострелял. Здесь вот с дамагом совсем трагедия была. Можно встать у него за спиной, когда он волну пускает. Вроде есть место. Да, кстати, а можно встать за спиной у него? Я думаю, там какая-нибудь анти-абуз-механика. И то это как с этой... Как с грозовой тучкой. Там она на тебя большую кучу говна выкидывает. Блин, страшно, но действительно так. Ой, я запутался с волнами. Ой, какая битка-то. Такой трай был хороший. Хорошо. Здесь мы дамажили. Здесь вот тут. Здесь постреляли, пропрыгали, побежали, подамажили. Свалили отсюда. Значит... Может, я не успел, когда он выпускает? А, это тот старый вопрос. К сожалению, не Господи, боже мой. Отвернулся в конце. Чтобы вы понимали, ребят, сколько я не дамажил. Ладно. Ладно, динамика позитивная, это хорошо. Когда он прыгает снизу, начинает ходить. Когда он хэкает, тогда прыгай и стреляй. Ты че отвернулся? Я ж тебе говорил, что... Блин, опять эти в вертикальной бульке. Ладно, о чем сложности отличаются? На боссе, как я понял, запасом здоровья, да? На боссе отличаются сложности? Мне сложилось такое впечатление, что нет, что там на самом деле основная сложность это... Плохо. А, запас хп? Нет, запас хп это очень большая разница. Блин, какие плохие хадуки налетели. Да, на 50% хп, пипец. Это ж сколько чувак, который дамажит в сложном режиме, меня передамаживает. Вы же мне показывали этого чувака, который передамаживает с хардового рю. Вот это он обосрался на дамажит. Вот как вот так плохо хадукины-то полетели? К сожалению, не смогли никак задамажить хорошо. Здесь совсем ватно получилось. Адуген!
Надо отдать должное, что если сделаешь все правильно, то 50% ты наносишь на фазе с этой штукой. Так, это хороший проект. Почти. Здесь плохо отпрыгал. Плохо отпрыгал, а в остальном все было хорошо. Так, это какой-то... Здесь какая-то фигулина на рагулине. Ты видел, что говорит на других уровнях все... Нет. Я все в первый раз у меня. Ты мне платформер-то второй в жизни. Первый был медведь. О, господи, вертикальные плюшечки. Очень слабо. Представь, что ты скрипты. Да. Вот это парень правильную мысль говорит. Я именно так и пытаюсь сделать. Представляет, что ты скрипт. Все верно. Потому что... Ты что? Ну, здесь я нафейлил. Ты явно не успеешь попробовать встать чуть дальше и немного попрыгать. 100% убьешь. Нет, я не явно не успеваю. Здесь основная фишка заключается в том, что я плохо дамажу на фазе с... Ке. С тем, как он прыгает. Там можно наносить резко больше урона, как только я... Научусь это сделать, и все звезды выстоятся в рад, я его убиваю. О боже, как я плохо прыгнул. Так, здесь надо хорошо. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. О, здесь и шарик летел сбоку. Не забывай, что это всего лишь пиксели. Да я как-то спокойно к этому отношусь. Здесь плохо задамажил, и бульки полетели плохо. Это говорит о том, чтобы я задамажил плохо на следующей фазе. Па-па-па, ну чувствуете динамику? Динамика позитивная, это приятно. Конечно, я бомж. То, что... с тем фактом, что я столько на нем отсидел. Не очень понятно, на какое место Сорюкен. Может быть, он на Кен это делает? К сожалению, у меня тут супер. Ой, забыл прыгнуть. Я из-за тебя теперь постоянно слышу максимум симплкек, да, мне тоже кажется. Почему не использую? Использую просто не везде.
забыл... Не-не-не, вот эту штуку с важным дамагом я опустил, потому что я... Потому что я реально в фейлю. Я реально фейлю исполнения очень много. Сейчас мы здесь останемся еще на миллион часов. Вертикальные шары, кто бы мог подумать, что это будет проблемой. Вертикальные шары, реально, я больше всего вайпаюсь на вертикальных шарах. Дебил. Удачного прохождения, здесь вечером уже не увижу Лю. Да не увидишь, мы его сейчас уже убьем. Тут уже видно, что у меня динамика хорошая. Ой, не прыгнул хорошо. Саша, почему не прыгаешь хорошо? Здесь нету его практически нигде, кроме волн слабого прыжка. А волн ты не играешь, поэтому слабый прыжок, пожалуйста, забудь. Ранний прыжок. Надо звуки. Забавно будет. А, он ногой еще дает, выстрел. Значит, надо быть где-то на 50, я понял. Следишь за... Сидишь за дипломом, что-то загрузил, зашел, посмотрел, как Капа мучится, остальные поднялся и дальше с диплом. Наслаждайся. Я рад, что ты так к этому относишься. Здесь урона очень много пропущено, к сожалению. Пам-пам-пам-пам-пам. Да нет, слабо, значит, надо проверять, если слабо, то попытаться пропрыгать. Здесь тоже вата. Здесь и отвернулся, и не додамажил. И не додамажил, и там от ноги, чтобы отступить, потому что я слишком сблизился в начале. Сколько нужно знать, чтобы на стриме диплом был написал? Помните, чувак, который... Чувак говорил про то, что он прошел Рю за 130 траев. Так вот, ребята, я думаю, что у меня будет 1300 траев. Вот здесь заранее, кстати, стрелять нельзя. Я только сейчас это понял. Заранее стрелять же нельзя. Господи, боже мой. Ха-ха-ха.
Господи, боже мой, какой я лопух. Плохо, не додамажил 4 цифры, на которых написано 3900 смертей. Как-то выпрыгнуть. Саша, в упор я имел в виду не прям в лицо, а в пятой колонне справа налево, вроде там стоял, когда проходил. Пятая колонна? Ты пятая колонна? Ууу! В упор, да не, в упор, все правильно я стою. Там нормально все, в упор. Тебе 5 выстрелов позволяют держать нормальную дистанцию и не подходить притык. Что, прости? Так. Если убьешь босса до 4000 смертей, за донью 500 рубасов, говорит Milky Way. Мотивация. Ты думаешь, я настолько жадный? Так, ребята, 96 строев осталось. Надо успевать, будет R нажимать. Вот, например, как сейчас. Так. Ладно, Milky Way, челлендж принят. Я стараюсь. Чего не сделаешь за 5 фаз? Это на самом деле ретрай. Это читер. Читер, я чё, виноват? Мне сказали про смерть смерти. Так, здесь зафейл. Так, расслабься, надо все. Я это проходил уже очень много раз, и надо просто очистить немного свою голову, резетнуться и сделать все правильно. Я проиграл. Я проиграл. Я думал, я выиграл. Я не прошел. Ты сдох от трупарю? То есть он умер и придавил меня?
О боже, нет! Я думал, я... Отбегай вправо! Что же вы мне сказали? Да, он убил тебя с собой. Вот это грязь! Вот это грязь! Вот это я не знал! Вот это боль! Вот это боль! Звучало, как если убьешь босса, я понял. То есть, как бы, технически я справился с челленджем. Но босса вот... Так, здесь фигня. Так, надо мышку немножко приподнять. Вот это жесть! Вот это жесть! Много урона пропущено. Здесь очень много урона пропущено, конечно. И он меня изи убил. Ты видел, что такое безумие? Здесь я нафейлил. Так. Так, здесь надо так. С этим вертикальным пирожком я всегда в жопе. Мы в тебя верим? Нет, Капа. Остальные, если не помрешь, все так. Иди в болото, Milky Way. Я ему на жопе... Я ему по жопе надаю. Все, я его победил раз. Я его победил раз, я его изи выиграю еще раз. Тут факт, что он там читерским способом меня смог забороть. Это сугубо от его слабости. Пошел нахер! Я ж, блин, в смысле, отпрыгнуть хотел. Простите. Я на этом боссе пришел на 2500. Или 2700, ребята. Ты пришел на 1300. Разве? Ты уверен? 1300 как-то маловато. Так, мне не нужен сейв срочно. Ура! Господи. Так, судя по всему, это... Шипчики? А, это не шипчики. А, это шипчики? Нет, это не шипчики, а это...
Куда бежать-то? Пойдемте туда, наверное. Подожди, а почему? Гасли. Wild Gasly appeared. Использовал шум. Что это за фигня? То есть, если я здесь пробегаю, то мне здесь... Так, я понял, это просто борода. На 3293 ты к нему пришел. Хорошо, мне надо явно вниз. Только там какие-то мужики бегут. Так, давайте проверим, когда они начинают бежать. Мы встали у черепушки. Черепушки они не бегут, а вот на головушке встали, вот под смайликом. Они не бегут. Вот здесь вот они бегут. Чё это за люди? Вот они здесь бегут после этого. Ага, и они меня убивают. Ну, а чего я, собственно, ожидал? Все. Скипнул еще 250. Не-не-не, я все видел. Спасибо большое, мелкий вейл, тебе барфист. Так, значит. Спрыгиваем. Запрыгиваем туда на халяву. Здесь надо падать, а потом падать, потом нажать вправо. Падаешь, жмешь вправо, потом пропрыгиваешь. Потом пропрыгиваешь с полету. Только сначала надо затормозить. Вот с этим у меня проблема большая. Блин, вот я реально не могу затормозить. Второй раз проходишь, я смотрю. Нет, первый. Блин, Саша, да затормози ты, боже что мой. Слушай, а подожди, я же могу здесь. Падай. Подожди, там можно в дырочку упасть. Давай, так. Да что ж ты не можешь под углом-то прыгать? О, вот. One point, one damage. Игра какая-то. Ой, я резетнулся, мне надо было. Я не задамажил эту штуку, поэтому... Да, господи, боже мой, да прыгай ты правильно. Так, я не понял, что там было. А, вот я выпрыгнул. О, надо их троих пропрыгать. Только как их троих пропрыгать?
Так, подожди, а как их? Надо, наверное, идеально это сделать. Вот, да. Так, здесь. Теперь. Да, я смог засейвиться. Я запрыгнул сюда. Так, а куда мне вообще хотя бы надо? А, там дальше шипчики есть. Ага. Ага. Вот так вот. Так, нет, не так. Ага, мне тут надо сывануться, наверное, как-то. Я могу здесь как-то сывануться? Так, здесь... Так. Хорошо. Через два зубчика он появляется. Подожди, а может мне туда надо? Что я здесь забыл? Что я здесь забыл, я не знаю. Мне на какой-то... Это я. Мне чуть-чуть не, чуть-чуть не долетел. Ой, может быть здесь этот прыжок? Может быть здесь этот прыжок, который повторять? Хрен его знает. Может быть здесь прыжок, который повторять надо? Они же такие, типа, даблджампы. Попробуй через сейф-шипы выстрелить. Через сейф-шипы выстрелить. Здесь, по-моему, как раз таки сейф-скам будет работать. Здесь каждый раз, когда я резетаюсь... Я думаю, через сейф скам, да, здесь надо. Нет, это плохой сейф. Братан, что это? Ты накурен? Долбаные пришельцы похитили тебя и ставят опыты на тебя. Нет, все в порядке. Здорово, радиайти. Это... На самом деле, ты очень близок, правда? Спасибо тебе большое, братан, за поддержку у тебя, брофист. Тш! Это игра про боль. Здесь просто издеваются надо мной игра. Она просто ненавидит меня. Она... Так, может быть... О! Ага, она просто опускается.
Господи, прыгалки. Прыгалки — это моя слабая сторона. Так, здесь надо... Так, значит, здесь на четвертый камушек запрыгивать очень тяжело. И, кстати, можно сразу долететь? Можно, интересно, Максимус и Плакс стоят опыта на хапе. О, есть люди, которые добровольно проходили эту родовую игру? Конечно, конечно, есть. Хватит. Да блески. Так, работай. Я хочу вот так вот пролететь. Так можно же, наверное? О, я где-то здесь. Не здесь. О. Так, здесь. Ага. Я понял, там надо пропрыгать, обосрамс. О боже. Я даже... Господи, боже мой. Обоссыли. Игра просто, понимаешь, даже сейвы, когда ты делаешь, они тебе говорят, пошел ты. Пошел ты. Прекрати, игра. Как кажется, это новый эпизод на 20 плюс минут. Да, это... Здесь все эпизоды на 20 плюс минут. Господи, боже мой. Так, здесь мы справились. Игра ненавидит меня. Не знаю за что. О, здесь какой-то бегущий чувак. Что за сердечки? Слишком просто, а? Так. Офигенно. Так, здесь что-то хитрое. Он какими-то стрелами по мне стреляет. Ага, я понял, прикольно. Я понял, прикольно. А здесь, наверное, можно спрятаться, я не знаю. Или он будет стрелять просто пока... Такая своеобразная просто усложнялка. Ну, понятно. Понятно.
тихо. Я понял. Да что ж ты будешь делать? Да прекрати. Вот тут надо было увернуться. Так, лол, you dire. Что за... Что ты пристаешь к дайр? Вообще же на сегодня игривое настроение. Господи, прекрати, игра. Прекрати, игра. Так, тихо. Так, это я поторопился. Да что ж ты будешь делать-то? Я запрыгнуть не могу вот на эту фигулину на рагулине. Так, теперь надо... Его, наверное, пострелять надо. Да? Пройдешь шипы, там можно засейвиться. Сработало? Уверена? Ой, да, все вижу, господи. Какой невнимательный упырь. Просто жуть. Ага. Ага. Так, здесь надо прыгнуть было. Эй. А что здесь делать, простите? Подожди, а что здесь делать? Так, подожди, это... Так, здесь надо вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, короче, наверх подняться. Он наверх слабо стреляет. Па-па-па-па-па-па-па. Ой, под ним сейф, лол. Ребята, вы такие глазастые. Там мне братик лицо попроще, я бы рада, только лицо сугубо. Что ж ты делаешь-то? Так. Я не могу прыгать, ребята, это... У меня еще чат. Так, кстати, кукурузка родная, ты здесь? Ah.
Да как так-то я по нему по сейву не могу попасть? Так. Часть будет. О. О, лол. К ним просто пробежать можно будет. Так, ну что за фигня? А это типа прыгай все время. Здесь типа надо. Про я по тебе, конечно, соскучился, но это выше моих сил, зайду на днях. Так надо... Надо... Банихоп же просецкий, под ним снова сейф. Его типа через сейф надо? Я понял тебя, Ready IT, заходи на днях, конечно же. Спасибо тебе большое, братан, за поддержку. Что это за фигня? Что за фигня? Чё он стреляет? Как будто багом тебя убивает, блин-то. Так, я могу типа... Я могу типа... Здесь я вообще затылком об него бью. Понятно, он теперь убегает. Господи! Ну и грязь. Хоть этот чувак с шипами. Совсем брутфорс игры. Вообще сохранился. Так, блин, лол, на рю это еще про... на рю это еще тяжелее. Что здесь за сложности? Так, сверху по мне что-то, это явно убьет меня. А, она меня бесит. Ой, тут надо подстрелить вот эту штуку. Подожди, стоп. Стоп, что я делаю? Так, здесь надо. Здесь просто пролетаешь и здесь запрыгиваешь.
Господи! Так. Так, хорошо. Прекрати! Ты делаешь мне больно! Ты делаешь мне больно, хватит! Сука! Прекрати! Прекрати, мне больно! Я ненавижу тебя! Вы поняли, да? Я ошибся кнопкой. Господи, я так фейлю в этой игре. Эта игра просто ненавидит меня. Почему ты меня ненавидишь, игра? Я же тебе как друг, я же тебе как брат. Я в тебе играю, я тебя вот просто вот люблю всеми фибрами души, а ты меня ненавидишь. Сколько смертей? 4516. 16. Так. Я не очень понимаю, как бы, концепт этой пропрыжки. Она у меня как бы получилась один раз на рандоме. Надо как бы... Понятное дело, что здесь типа берешь голубенькую, сразу пропрыгивай дальше. Кукурузка, напиши, пожалуйста, чуваку в моем скайпе AIDS, что не работает чат Твича. Напиши, пожалуйста. Don't hit yourself, don't hit yourself, don't hit yourself, да. Так, подожди. Странно, я в конце что-то не запрыгнул. Здесь вообще просто... Здесь просто не повезло. Прекрати, игра. Давай. Так, близко. Мираж, ты бомбит меня. Давай, ты сможешь, наверное. Да я уже сделал это раз, понимаешь? Как бы концепт понимаю. Пропрыгай. Здесь еще такая ситуация, что здесь... Здесь вот эта рыба мешает, которая скорее рандомная, нежели чем... Да почему я жижал? Я жижал! It's Bashi time!
здесь не попал. Рыба непонятная, да. Нелогичная просто. Я попадаю на одну и ту же рыбу. Прекрати, сука. Прекрати! За что ты меня ненавидишь? Прекрати, рыба! Рыба, прекрати! Прекрати, рыба! Так, давай-ка вот здесь и сохранимся. Так, давай. Здесь не залетели. Ой. Здесь плохо. Давай. Так, так, так. Фух. It's сборщик тайм, да. Это... Да прекрати! О, хорошо. Что это такое? Я упал сразу. А, здесь я не могу не упасть, да? Что там было? Короче, шарик под... Шарик, который накалывается на шипы, тоже умирает. Мне надо облететь его, что ли? Ну, подожди. Надо вообще, наверное, просто туда зайти. Подожди, стой. Там вообще какая-то... Это типа за пределами этой штуки. Мне, может быть, надо вот туда просто упрыгнуть? Да, мне надо вот туда упрыгнуть. Надо это... Короче, надо уследить за двумя одновременно. Только я не могу. Я не могу за медведем-то уследить. А здесь надо пропрыгать, я понял. Окей. Так, здесь, короче, надо идти сюда, потом вот так. Так, так, так. Так, здесь теперь надо... Oh.
О боже, эта игра ненавидит меня. Прекрати, игра. Так. И что мне делать здесь дальше? Так, пропасть перепрыгни, комрад. Этот шарик дает возможность прыгать хорошо. Нет, этот шарик не дает возможность прыгать хорошо, сучий шарик. Так. Это делать со мной. Короче, мне походу здесь надо очень тяжело прыгнуть. Вниз прыгай. Вниз. Ой, здесь я забыл. Забываю, господи. Забываю, что я за человек-то такой. Прекрати, Саша, прекрати. Прекрати забывать такую нелепицу. Ладно, здесь так, здесь так, здесь перепрыгиваем невидимую, не перепрыгнули. Так, подожди. А как ты прыгаешь эту хрень? Это борода. Вот это борода. Какая боль. Какая боль, прекрати. Что же у меня за пальчики, это как сосисочки. Так, и хорошо, здесь... Так, если я... А, здесь, да, здесь-то наглить-то нельзя. Господи, эта игра ненавидит меня почему-то. Если я прыгну... А я могу как бы... Интересно, вот если я... Могу ли я, если вот сюда сразу залететь? It's bashy time.
Господи, я теперь понимаю, почему я в детстве не играл в платформеры, а играл в Warcraft. Так, дебил. Дебил. Просто столько готовиться и так зафейлить. Господи, я бы себе в команду ни в какую не взял. Воу, you died, воу, you died. Влево иди. О, господи, я еще здесь. Я такие ошибки делаю, что просто обобрамс. Просто вообще, вот, типа там наступил на шип. У меня с координацией какие-то невероятные проблемы. Почему я вот это же легко. Не делаю вот просто на раз-два. Ладно, невидимые шипы, это еще куда не шло. Так. Немножко подойдем. Здесь-то пофигу. Так, подожди, стоп. Стоп. Окей. Вот это окей. У меня пивку, сухарики и боль другого человека тебе не дался. Хапа Максимус пишет, налево вверх. Что вам надо? Не падай вниз, а прыгай влево вверх. Сердечек налево вверх. Сердечек налево вверх. Вот все отсюда сюда? Или вы что имеете в виду? Сюда. А почему не сюда? Что вам надо? Почему налево вверх? Максимус что-то там горит. Я не могу с сердечек на этот залезть. К Марио в трубу лезь. Я рад, только я до этой трубы, как дойти-то? Вот сюда я же не могу, о чем вы говорите? Так, Максон, давай! Что ты хочешь от меня? Как я тебе здесь что-либо сделаю? О чем вы? Я прям купил, можно мне завтра песенку? Нет. Так, здорово, давай прорвемся, прорвемся, как девочка спасает своего парня из игры на подобие этой. У тебя сердечки и зимот. Без сердечек бы пришлось через низ, а так полпути сокращаешь. А куда мне прыгать-то? Сюда, налево?
Ты все правильно шел, не слушай тех, кто говорит налево вверх. У меня же здесь шипчик. Вы мне хотите, чтобы я вот на эту хрень запрыгнул? Должен ты так сделать, либо тебе специально сделать через них, проходит через низ, а ты все равно там окажешься. Окей, ты хочешь сказать, что я должен здесь запрыгнуть налево, вот тут вот, на эту травку. Окей, хорошо. Послушаю Максона, но тут такая ситуация, что я, блин, хрен допрыгну. Я правильно понял, Максон? Вот сюда, да? Просто мне и здесь будет очень тяжело сейчас запрыгнуть. Я вообще не вижу здесь. Здесь как бы по уровню я не долетаю. О, лол, убили. Хорош. Да что ж ты делаешь-то? Я же жал. Компонент кьюб. Сундучок. О. А чё компонент кьюб, чё сундучок делает? Ржака. А что с ним делать? Вака-вака. Тут, короче, топ-телепорт. Я к ним не подхожу, они страшные. Если я внизу здесь упаду, то это все заново. Так что R. Обнаружен подозрительный файл. Да отвали, господи, больше пристало ко мне. Обнаружен подозрительный файл. Там-там-там. Так, сейчас, секунду. Вас... Ладно, вас еще заблокировал, молодец. Что заблокировал, я не знаю. Так, здесь надо. Так. Что здесь? Ладно, походу мне в трубу. Ты чё, Марио? Here I come. Понятно.